Без бриллианта долго и счастливо прожить не получится. Главные успехи в продвижении помолочных колец принадлежат женщинам, которые никогда не были замужем. В воздухе возник робкий, но закономерный вопрос. А сколько же на самом деле стоит бриллиант? Татлер представляет историю роскоши, подкаст о природе люкса и всем, что с ним связано. В первом эпизоде вся правда о помолвочных кольцах с бриллиантами. Кто сказал, что бриллиант — это навсегда? Почему стоимость кольца всегда было принято измерять в нескольких окладах жениха? И пощадил ли феминизм эту традицию? Приятного прослушивания. 5 миллионов долларов. В такую сумму эксперты оценивают помолочное кольцо Кэти Перри в форме цветка. Жених Орландо Блум не поскупился. Один розовый бриллиант по центру весит около 4 карат. Карат – это около 0,2 грамма. Лепестки тоже из бриллиантов, но уже белых. Такой сценарий помолвки с шикарным кольцом 80 лет назад предложили джентльмены из алмазодобывающей корпорации De Beers. Но насколько он актуален сегодня? Обязан ли мужчина дарить кольцо стоимостью в три раза превышающей его оклад? И вообще, почему именно бриллиантовое? Классическое помолочное кольцо было придумано в конце 19 века компанией Tiffany Co. До этого камень просто утопал в оправе, не возвышаясь над ней. Чарльз Льюис Тиффани вытащил бриллиант на свет и закрепил на шести крапанах, таких специальных крючках. Грани бриллианта засветились, засияли в полную мощь. Такое кольцо получило название Tiffany Setting. Кстати, одним из первых, кто подарил его своей возлюбленной, был тогда еще будущий президент США Франклин Рузвельт. Но как так вышло, что простой ограненный минерал, пусть и самый твердый, стал не просто приятным подарком, а свидетельством подлинных чувств. Почему его стали приравнивать к гарантии вечной любви? Не обошлось без талантливых маркетологов. Именно они убедили нас в том, что без бриллианта долго и счастливо прожить не получится. Рассказываем. В конце 19 века в Южной Африке открыли много алмазных рудников. Чтобы контролировать стоимость бриллиантов на рынке, инвесторы объединились в картель, который сегодня известна нам как компания De Beers. Их стараниями бриллиант стал считаться редким и дорогим камнем. Но контролировать предложение – это одно. Еще нужно было сделать так, чтобы на новые бриллианты всегда был стабильный спрос. Для этого вход был пущен лучший слоган 20 века – «Бриллиант навсегда». Но кто его придумал? В 1938 году британец Гарри Опенгеймер, сын главы ДеБирс, взял инициативу по расширению компании в свои руки. Европа была на грани войны, и там были сильные стереотипы о том, что драгоценные камни только для аристократов. Цены на бриллианты из-за Великой депрессии падали по всему миру, но в США были перспективы для развития. Опенгеймер попросил провести исследование американского рынка. Оказалось, что большинство американок в те годы считали помолочное кольцо бесполезной тратой денег. Они хотели, чтобы мужья покупали стиральные машины и автомобили. Впрочем, Помолочные кольца все-таки были в ходу, но с камнями плохого качества, около 80 долларов за штуку. Агентство NWIR пообещало De Beers убедить американцев в том, что кольцо с бриллиантом не прихоть, а обязательная программа счастливой жизни. Причем, чем больше камень, тем больше любовь. Вскоре агентство сделало так, что американки стали всюду натыкаться на упоминание бриллиантов. За три года спрос на бриллианты вырос на 55%. К популяризации роскошных камней была подключена даже будущая королева Великобритании. Когда принцесса Елизавета ездила вместе с родителями по алмазным рудникам в ЮАР, оппенгеймеры а воспользовались случаем и подарили ей голубой бриллиант весом в 6 карат. Пресса это широко освещала. Еще одним пунктом в стратегическом плане NWIR были школьницы. Приглашенные лекторы должны были привить старшеклассницам мечту о помолочном кольце. Нужно было донести до молодого поколения, что счастливая семейная жизнь может начинаться только с него. Образование нации велось и по другим каналам. На рекламных постерах по всему Нью-Йорку печатали инструкции по выбору бриллиантов. Она получила название 4C. Carat Weight – вес. Color – цвет. Кларити ⁇ чистоту. Кат ⁇ качество огранки. Каждый мог почувствовать себя немного гемологом и выбрать камень, которым он будет гордиться. Может быть не самый большой, но абсолютно идеальный и по бюджету. Размер камня перестал быть единственной характеристикой, которая имела значение. Ирония судьбы в том, что главные успехи в продвижении помолочных колец принадлежат женщинам, которые никогда не были замужем. Первая, Дороти Дигнам, была уверена, что большие камни продают маленькие. Агентство присылало звездам каратники и просило засветить их перед фотографами. А Дороти подробно описывала их для прессы и сочиняла колонки о бриллиантах для женских журналов. Вторая, Фрэнсис Джеретти, была копирайтером. Как раз она и придумала фразу «бриллиант навсегда». Дело было так – в 1947 году Джеретти поздно закончила работу и, уже направляясь в кровать, вспомнила, что осталось придумать еще слоган. Джеретти обратилась к небесам. «Господи, дай мне строчку». В полузабытии что-то написала на бумажке и легла спать. Утром прочитала на ней «A diamond is forever». «Сойдет», — подумала она тогда. На презентации идеи, по ее словам, никто от восторга не прыгал, но потом слоган широко использовался Дебир с более 60 лет. За это время он сам по себе стал культурным феноменом. Один из романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде даже получил название «Бриллианты навсегда». Его экранизацию частично спонсировали The В 1953 году вышел фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мерлин Монро, в котором она исполнила песню «Бриллианты – лучшие друзья девушек». Любопытно, что она обращается не к алмазодобытчикам, а к ювелиру. Me, Tell me all about it. «Поговори со мной, Гарри Уинстон, расскажи мне все о них, бриллиантах». Уинстон сделал карьеру на том, что покупал самые невероятные, дорогие и редкие алмазы. В 1968 году его алмаз Лисота Браун весом 601 карат в прямом эфире распилили на 18 частей. Одна из них стала бриллиантом в помолочном кольце Жаклин Кеннеди, который ей подарил миллиардер Аристотель Анасис. Но вернемся к истории. Стараниями де Бирса, одного рекламного агентства, к концу 1950-х выросло новое поколение американцев, которые не мыслили помолвки без бриллианта. Молодые люди копили до тех пор, пока не могли купить достойное кольцо для любимой. Считалось, что девушка не помолвлена, пока у нее на безымянном пальце нет бриллианта. Дальше больше. Дебирс решили осваивать новые рынки. Главными приоритетами стали Япония, Бразилия и Германия. В стране восходящего солнца они достигли невероятного успеха, сделав ставку на обеспеченных молодых людей, которые хотят жить как европейцы. По заказу Дебирс журналы стали печатать фотографии одетых на западный манер японок с помолвочными кольцами. Так бриллианты стали символом всего прогрессивного и современного. На момент запуска компании в 1967 году только 5% японок делали предложение с бриллиантом. Спустя же 14 лет уже 60% получили свои роскошные кольца. В итоге Япония стала вторым рынком после США по спросу на помолочные кольца с бриллиантами. Параллельно с этим на Западе началась вторая волна феминизма. Главными героями новой рекламной кампании «Де Бирс» сделали незамужних и разведенных женщин, вдов и карьеристок, которые сами покупают себе бриллианты. А к невестам нового типа стали обращаться. «Да ты можешь выйти замуж хоть босиком на пляже, но неужели ты не хочешь красивый бриллиант?» Позже был еще кампейн с парой в пижамах и репликой мужчины. «Она сама себе хозяйка. Она подарила мне кольцо с бриллиантом». Долгожданного отклика у целевой аудитории все это не вызывало, но маркетологи не сдавались. В 2003 году они запустили компанию ⁇ Подними правую руку ⁇ Идея была в том, что на левой руке традиционно носят помолочные кольца, а на правой можно носить то, что ты купила себе сама, но покупательниц сильно больше не стало. Сколько же должен стоить тот самый камень? Де Бирс с 80-х годов отвечает вопросом на вопрос. Разве зарплата за два месяца – это большая цена за то, что будет длиться вечно? В версии для японского рынка фигурировали три зарплаты. Так помолочное кольцо стало не только романтическим, но и статусным символом. Мужчины среднего класса брали кредиты, иногда прямо в ювелирных магазинах. Крупный бриллиант на пальце невесты стал самым простым способом доказать миру, что они успешны и состоятельны. Параллельно с маркетинговыми успехами позиции дебирс постепенно ослабевали. К 2008 году они контролировали только 40% рынка. К этому привели антимонопольные законы и появление новых стран-алмазодобытчиков. Рынок стал конкурентным, цена на бриллианты перестала регулироваться искусственно, в воздухе возник робкий, но закономерный вопрос. А сколько же на самом деле стоит бриллиант? Следующим ударом стало создание синтетических бриллиантов, которые нисколько не уступают по внешнему виду тем, которые добывали. Точнее, их вообще невозможно отличить. Те же дебирс сначала взбунтовались. В первое время они утверждали, что искусственные камни не true. Но вскоре сдались. Создали компанию Lightbox и начали сами выращивать синтетические бриллианты по цене 800 долларов за карат. Еще одной головной болью алмазодобытчиков стали миллениалы. Поколение игрок выросло пугающе непохожим на своих родителей. Украшением классических ювелирных домов они часто предпочитают винтажные изделия или сделанные на заказ. Погуглите винтажное кольцо Кортье Мэри Кейт Олсен или авангардный почти плоский многогранник Руни Мары. Бриллианты не вызывают у миллениалов священного трепета. Они с ними спокойно расстаются на ebay. И вообще часто выбирают вместо них цветные, драгоценные камни, в том числе и для помолочных колец. А еще дарят их своим половинкам того же пола. В новых реалиях продавцы вынуждены экспериментировать. В 2015 году Питер Лейнберг снял для Tiffany ⁇ Co. первую рекламную кампанию Tiffany Setting с двумя гомосексуалами. В съемке также приняла участие пара, которая решила пожениться после рождения ребенка. Это была почти революция. До этого в рекламе ювелирных брендов был предусмотрен лишь один Сценарий. Сначала свадьба, потом дети. Настоящая любовь может иметь множество разных форм, резюмировали Тиффани. Мало того, что современная любовь оказалась разной, ей оказались чужды формальности. Миллениалы не торопятся ставить штамп в паспорте и не видят ничего сокровенного в институте брака. Семи крупнейшим алмазодобытчикам от Дебирс до российской Алросы пришлось объединить усилия, чтобы исследовать, что же имеет смысл для поколения Y. Выяснилось, что миллениалы, выросшие их в цифровом мире, ценят аутентичность и искренность. В попытках найти общий язык с загадочными молодыми покупателями родилась компания Real is rare. Real. real is a diamond. Она должна была стать заменой A Diamond is Forever. В первых роликах на телевидении и соцсетях девушка произносила «Может быть, мы никогда не поженимся?» «А может, и поженимся?» Как бы ты ни было, я хочу провести свое будущее с тобой. Алмазодобытчики попытались превратить бриллианты из символа всего идеального и вечного в спутника настоящего и искреннего. Стратегия оказалась успешной и помогла повысить желанность украшений с драгоценным камнем. Во-первых, алмазодобытчики продолжают настаивать на связи бриллиантов с семьей. Причем теперь это не только союз мужа и жены. Они предлагают дарить бриллианты и отцу на день отца, и матери просто так. Во-вторых, они опять пытаются работать с феминистской повесткой. Дорогие женщины, миновали те времена, когда предполагалось, что натуральные бриллианты должны преподноситься нам в качестве подарков. Сейчас все иначе. Если вы любите бриллианты, то чего вы ждете? Посмотрим, сработает ли этот фокус сегодня. Также ювелиры допускают, что женщины могут сами себе выбирать помолочные кольца. Таблоиды тоже постоянно пишут о том, что звездные невесты все чаще принимают деятельное участие в подготовке помолвки. Так, Эмили Ротаковский разработала дизайн своего кольца вместе с будущим супругом и настояла на том, что два бриллианта лучше, чем один. Были сделаны 50 скетчей, и в конце концов выбраны камни грушевидной огранки и огранки принцесса. Меган Маркл получила кольцо, сделанное по эскизу принца Гарри, но потом поменяла его на свой вкус в мастерской Лорен Шварц. Бренд больше популярен на красной дорожке, но начиналось все тоже с помолвки. Модель Иман в начале 90-х попросила Лорен найти лучший бриллиант для ее помолочного кольца. Она выходила замуж за Дэвида Боуи. Лорен по семейной традиции занималась только продажей бриллиантов, но тут решила предложить еще и свой дизайн. Иман была в восторге. Знаменитое кольцо Ким Кардашьян, с которым просила руку и сердце Канни Уэст, тоже придумала Лорен. Очень жаль, что этот 20-каратник потом у Ким украли в Париже. А позже Бейонс увековечила бренд в песне «Upgrade You». В фильме с хэппи-эндом перед финальными титрами на пальце главной героини появлялся солидный каратник. А теперь бриллианты перекочевали в треки рэперов. Некоторые ювелиры сделали себе на этом имя. Например, так было с Джейкобом Арбо и Беном Бойлером. Они известны тем, что инкрустировали бриллиантами, кажется, все. От зубных щеток до целых голов для Тайлер The Creator. Звучит дико, но укладывается в общий тренд на кастомизацию среди миллениалов. Синтетические бриллианты, непонятные миллениалы, зумеры, рост конкуренции – алмазодобытчикам, конечно, не просто в новых реалиях. Но есть и хорошие новости – бриллианты и помолочные кольца с ними остаются желанными несмотря ни на что. Они уже пережили и сказки о вечной любви, и несколько глобальных кризисов, и пандемию, покупатели люкса с серьезными капиталами продолжили пополнять свои сокровищницы даже во время коронавируса, в США даже больше, чем годом ранее, до этого главным конкурентом Бриллиантов были путешествия, но пандемия на время устранила эту проблему. Молодые пары, по финансовому положению которых ковид не ударил, стали перераспределять свадебный бюджет. Больше тратить на кольца и меньше на все остальное. На свадьбу и медовый месяц во время изоляции особо не потратишься. Все это можно объяснить одним глобальным трендом. В нестабильные времена покупателям вновь захотелось чего-то навсегда. А что может быть красноречивее и долговечнее бриллианта?